Я сейчас нахожусь здесь, в подвале. Моя мама находится в село Веселое. Это ОТГ, Новая Каховка. Пожалуйста, если мое видео куда-то дойдет, я вас очень-очень сильно прошу, у кого есть какая-то возможность добраться до журналиста. Вот я пишу видео, и там, я не знаю, видно, не видно, вон в небе там все пролетают ракеты, грады бомбят, вот следы, вы это все слышите. Людей нужно вывозить. Веселая, Казацкая, Каменка. Они там просто как мясо под обстрелом. Они сидят в подвале. Уже который день нету еды, воды, света, газа. Вчера была возможность у каких-то людей с нашей пятиэтажки Веселовской, у кого там был как-то свет, я не знаю, принесли людям туда в подвал, и моей маме тоже принесли чай, кипяток, ну, чтобы люди хоть что-то горячее поели, попили. Я не знаю, что это будет дальше, но, пожалуйста, очень всех прошу объединиться, давайте как-то информационно.